кусочек медицины. Справа замечаем. Справа замечаем. Здравствуйте, дорогие подписчики. Сегодня мы с вами следуем на электропоезде ЭД9М155 по участку Свирь-Петрозаводск. В данный момент отправляемся мы со станции ТГИ. На улице у нас зима. Несмотря на то, что сейчас середина апреля, мы живем на крайнем севере, так что нам это вполне привычно. Идет петель, сейчас отключу дворники, чтобы было лучше видно, вот здесь они у нас включаются. Ну, пошло работать. Так, по перегону у нас предупреждений нет, Олег. Скорость установленная. Две высадки, 320-й первый, 325-й первый. Так, через 2 километра остановка. 320. Да. Станция ТКРИ у нас расположена еще в Ленинградской области. Мы едем по направлению Республика Карелия. Сейчас будем подъезжать к ее географической границе. Встречу нам идет грузовой поезд под 80С. Когда поезд проходит, тоже видимость очень сильно ограничена у нас. Это к вопросу о безопасности тоже. Если идет поезд по соседнему пути, никогда нельзя находиться на пути, на котором его нет. Потому что, во-первых, человек оглушен проходящим поездом, во-вторых, машинист ослеплен вот так вот метелью, или если это кривая противоположного радиуса, то не видно, он стоит за кривой. Пока на зеленый. Через километр складываемся на ЭКТ. Следуем с рабочим поездом, вот наша работа основная заключается как раз в том, что останавливаться на перегонах, станциях и забирать работников железной дороги. Вот один из них как раз стоит, ждет, пока мы его заберем с перегона. Здесь мы его, кстати, и высаживали. Так, остановились, дверки открыли. Все можно закрывать, залез. Осторожно, двери закрываются. Закрываем двери. Двери закрылся, но сработал. Бил зеленый. Стоянка на минуту, пробы не требуется. Минута стоянка. Зеленый более 100. Давление в порядке, пошли. Так, следующая 325. Техническая 325 следующая. Справа без замечания отправились. Справа без замечания. Справа без замечания.
25-й. Сначала рифтинга, да, получается, потом. Да. Да. После рифтинга будет. Вот в данный момент мы как раз подъезжаем к географической границе Республики Карелия со стороны Ленинградской области. По разным данным, по разным картам, если смотреть, немножко отличается ее географическая граница. Сложно сказать, каким тут можно точно доверять. На каких-то картах я видел, как она вот на этой прямой проходит. Лично у меня в навигаторе есть карты. Она проходит вот следующая кривая, как раз будет между двух озер. Причем одно озеро, которое слева еще в республике, вернее справа в республике Карелия, а слева в Ленинградской области. Так интересно. Когда-то здесь была станция Рефсельга, где мы сейчас будем останавливаться на платформе. Проходной зеленый. Она была на самой границе. Как известно, республика Карелия — это крайний север, а Ленинградская область уже нет. И стрелочницы, которые работали со стороны севера, получали северные надбавки, которые с юга работали, северных надбавок не получали. Забавная ситуация. Говорят, им приходилось постоянно меняться, чтобы не обидно было. Ну да, может быть, кто сильнее, тот и прав, конечно. Не знаю. Вот как раз озеро, которое слева. Ламбина. Ну, Ламбина, да. Она в Ленинградской области, а Ламбина, которая справа, в республике Карелия. По крайней мере, по моему навигатору так. Чем меньше давление в термоцилиндрах в момент остановки, тем плавнее поезд останавливается, тем мягче. Остановились, двери открыли. Садятся товарищи, рыбаки. Закрывали. Осторожно, двери закрываются. Порядок. Стоянка минута, контроль имеем, давление в порядке, зеленый. Без лета. Рубли и места не требуется. Так, 25-й, первый, остановка. Следующая техническая остановка, 325-й. Позик там, стоим на пробежении железнодорожной станции 2-2-10. Проходной зеленый.
Джокер. Так, все, больше у нас ни графиковых нету, да, остановок? Что, погрузились? Сейчас, погодите. Да, все, закрывай. Осторожно, дверь разгрывается. Открываем дверь. Дверь закрыта, снял субботу, без зеленый. С тех сторон минут пробовал, видимо, с тобой станешь идти. Контроль давления зеленый. Поехали. Следующая остановка, платформа Пай. Следующая остановка, платформа Пай. Ты еще один задач встретил. Справа без замечаний, пройдись. Слева без замечаний. Пойдем. Сегодня я пробую снимать на другую камеру. Посмотрю, как получится качество. В последнее время телефоном снимать ничего. Не нравится качество, которое получается с телефона. Слишком видео, изображение слишком дрожит. Попробую на эту камеру. Ну, собственно, мы подъезжаем уже к поселку Пай. Это первый поселок уже в Республике Карелия, который расположен. А хотя Ресельга тоже, в принципе, да, там есть поселок. Название тоже есть. Если что, она в стороне немножко, да. Ну, по крайней мере, самый большой поселок такой с юга Республики Карелия. Когда-то там была станция, теперь станцию там упразднили много лет назад. Теперь там просто платформа, установочный пункт. Поселок Пай довольно большой, здесь останавливаются поезда не только пригородные, но и пассажирские некоторые, московские, питерские. Платформа Пай, платформа Пай. Такое сегодня молчаливое немного видео получилось, но, честно говоря, настроения особого нету. Дальше будет, я думаю, лучше. Ладно, всем всего самого доброго, до свидания.